Hey, доброго времени суток, друзья! С вами Арталаски, и для начала расскажу о критериях, по которым подбирал эти самые ассеты. Во-первых, универсальность. Чтобы один и тот же ассет можно было использовать для разных жанров или хотя бы целей. Плюсом будет поддержка 2D и 3D пространства, а также возможность использовать один и тот же ассет в разных проектах без дикого палева. Во-вторых, полезность. Рынок ассет стора огромен, но есть много ассетов, которые не делают ничего особо полезного. Точнее, вы сами своими руками могли бы сделать не хуже за очень короткий промежуток времени. В этой подборке только действительно полезные ассеты. И, наконец, лучшие в своих категориях. На Asset Store много дублей, выполняющих одну и ту же задачу. Но кто-то справляется лучше, кто-то хуже, кто-то проще, а кто-то сложнее. Я подобрал ассеты, которые лучшие в своем сегменте. Они удобнее, функциональнее, универсальнее и, как правило, легко настраиваемые. И да, многие ассеты в этой подборке отнюдь не дешевые, но сразу говорю, что лучше потратиться на хороший ассет и не знать проблем, чем потом страдать с более дешевым. Итак, мы начинаем сразу после минутки рекламы. В XYZ запускают курс, где не только учат делать игры, но и создают реальный проект с нуля и до загрузки в App Store или Google Play. Никакого специального опыта не нужно вообще. Гиперкузалки — это самая простая и быстрая точка входа в геймдев-индустрию. Их можно делать в одиночку, но эти простенькие игры могут приносить хорошие деньги. Преподаватель Игорь Зверев, ведущий геймдизайнер Вуду. Он работал над играми Make It Perfect, Idle Balls и Bow Masters, которые попали в топ-чарты App Store и набрали по 200 миллионов установок. На курсе ты научишься находить идеи для игры и отслеживать тренды в индустрии. Создавать игры на Unity системе визуального программирования Bolt. Кодить ничего не придется. Создавать интерфейс и управлять вниманием игрока. Придумывать и реализовывать механики, благодаря которым хочется играть в эту игру снова и снова. Проводить аналитику и зарабатывать на своей игре. У тебя будет полное понимание того, как создавать и монетизировать гиперказуальные игры, а главное, собственная игра в сторах. Студенты XYZ School устраиваются с Pirasoft, Cybermind.com, Digital Forms и другие студии. Курс начинается 29 ноября 2020 года и идет 5 месяцев. При оплате до 28 сентября действует скидка 30%, а по промокоду Арталаски дополнительная скидка 10%, итого 40% скидки на курс Гипер Casual от XYZ School. Десяточку полезных ассетов открывают сразу Corgi Engine и Top Down Engine от одного и того же разработчика. Два моих любимчика, на одном из которых я сделал уже 3 платформера в Стиме и потихоньку делаю четвертый, уже совершенно другого уровня. Я бы назвал их почти одинаковыми, так как их системы и компоненты невероятно похожи, но используются для разных жанров. Ассеты крайне простые установки и настройки, постоянно обновляются и уже имеют в себе невероятное множество полезных и нужных функций. Пожалуй, это лучшее решение для платформера. Еще есть Rex Engine, но он больше заточен под пиксельные ретро-платформеры. Однако на Rex не сделают 3D платформер, а на Corgi запросто. Моя игра Dark Souls тому подтверждение. Да и функционал Corgi покрывает все нужды разработчика. Вы вообще можете создать платформер без единой строчки кода, а возможностей здесь столько, что создать метроидванию, экшн-сайд-скроллер или ретро-платформер не составит труда. Есть встроенная система диалога, визуальное программирование интеллекта, менюшки, мобильное управление и многое другое, что поможет вам сделать полноценный проект прямо из коробки. Один из лучших ассетов, серьезно. За 9 место ухватился One Click Localization, с помощью которого вы запросто сможете сделать локализацию вашей игры на сколько угодно языков и сделать ее очень быстро прямо в Unity. Это особенно актуально, если у вас небольшая игра для мобилок или контента для перевода не так много. Да-да, именно контента, а не только текста. Ведь помимо букв с этим ассетом можно заменять еще и спрайты, текстуры и даже аудиоклипы. Всего один щелчок, и весь контент для перевода уже готов к локализации. Если же вам этого мало и контента в игре действительно много, то лучше сразу потратиться на L2 Localization, который имеет встроенный Google переводчик, что довольно удобно. Но важнее то, что он поддерживает локализацию Unity UI, TextMesh Pro, NGUI и позволяет локализировать абсолютно все, вплоть до атласов и префабов. Восьмое место уверенно занимает Gaia 2, которая после выхода Pro-версии стала мало кому интересна, но все еще остается очень функциональным и удобным генератором террейна. Пару кликов вы можете сгенерировать разнообразные биомы, острова, горы или холмы, все что угодно. Gaia также совместима со многими ассетами, отвечающими за облака или погоду. Совместима почти со
всеми ассетами воды или океана, но также имеет свою воду в комплекте. Загрузите в генератор свои модели и текстуры, настройте правила их спавна и просто наблюдайте за процессом. По итогу вы получите почти готовый террейн со всеми префабами окружения, останется лишь при желании допилить его до полноценного игрового уровня. Еще один отличный генератор расположился уже на 7-м месте просто потому, что его можно использовать в большем количестве жанров и создавать целые уровни в пару кликов. При необходимости вы будете задавать свои правила генерации, чтобы создавать непохожие друг на друга уровни. Но что еще важнее, их можно также легко редактировать, настраивать, менять визуальные темы и использовать как для 3D игр, так и для 2D. Отличный выбор для тех, кто создает рогалики или просто игры с видом сверху, так как здесь не только генерация подземелий и лабиринтов, здесь самое настоящее создание процедурных уровней, и какими они будут, зависит только от вас. На 6-м месте у нас появился, пожалуй, самый топовый, но и самый дорогой контроллер персонажа на Unity. Получившийся благодаря слиянию нескольких топовых ассетов, UFPS от Vision Punk и Third Person контроллер от Opsy. Сейчас этот контроллер разделен на множество частей. Если вы хотите создавать только шутеры от первого лица или слэшеры от третьего лица, то можете взять соответствующий ассет. Но я бы рекомендовал сразу взять полную версию, которую вы будете использовать во множестве своих проектов самых разных жанров. Новичку в Unity разобраться с ассетом будет сложновато, но оно того стоит. На самом-то деле здесь все достаточно удобно и понятно, но просто очень много различных настроек для кастомизации и обширное поле для добавления собственного функционала, если вдруг этого окажется мало. Данный ассет совершенно спокойно можно использовать для современных AAA проектов. Его архитектура выстроена чуть ли не по всем правилам, и главное, что хороший результат получается достаточно быстро. Так что это еще один ассет, который позволит вам создать игру без программирования, потому что за вас уже тут все напрограммировали. Достаточно неплохим аналогом послужит контроллер Invector, и если вы совсем новичок в Unity, то думаю, вам он понравится больше. Но я бы, конечно, рекомендовал Ultimate Hardware Controller. Ага, 5-е место! Хотите добавить в свою игру физически корректный транспорт, будь то спорткар или танк, этот ассет отлично справится и с тем, и с другим. Добавить собственное транспортное средство можно буквально за минуту, и примерно за 10 полностью его настроить и откалибровать с учетом его веса, привода и многих других факторов для тех, кто понимает в автомобилях. Также реализованы различные автомобильные системы стабилизации и антиблокировки тормозов. Есть возможность использовать трейлеры и не ограничивать себя количеством колес. Есть вид из кабины с динамическим рулем, что немаловажно для тех, кто делает игру от первого лица. Более того, ассет отлично работает на мобильных устройствах, а еще поддерживает различные рули с фидбэком. На 4-е место с ноги врывается маленький, недорогой, но очень полезный ассет, который сильно-пресильно упрощает жизнь тем, кто загорелся добавить в игру мини-карту, радар или компас. А самое главное, различные индикаторы навигации прямо на экране, которые показывают, куда идти и как далеко. Ассет легко кастомизируется и вообще очень просто использование. Разобраться можно минут за 10. Функционал, конечно, заточен больше под 3D проекты, но жесткого ограничения по жанрам нет, так что с универсальностью все в порядке. Троечка лидеров начинается с неподражаемого Kirby Splines. Самый удобный и быстрый способ создать провода, дороги или заборы – это использовать сплайны. Сплайны, кстати, вообще крутая вещь, и помимо использования их в дизайне уровней, они также могут применяться и в геймплейной части. Например, для создания путей движения камеры, игрока или транспортного средства. Редактировать сплайн очень просто и удобно. Вы можете сделать его линейным, то бишь прямоугольным, или же превратить в плавную, изогнутую кривую безе. Каждый узел кривой вы также можете редактировать по нескольким параметрам. В ассет уже вложены контроллеры для взаимодействия со сплайнами, где вы наглядно сможете увидеть мощь этого полезного инструмента. По-хорошему, он должен быть в Unity стандартно, но его тут почему-то нет. Да и если вы знакомы с моделированием в блендере, например, и работали со сплайнами, то разобраться с этим ассетом сможете буквально за полчаса. Но и простому человеку не составит труда его освоить. Также Kirby Splines совместим с плеймейкером, а на скидках в Ассистори его можно взять достаточно дешево. Если же вам нужно еще больше функционала и тонких настроек, то лучшим вариантом станет Spline Mesh Deform, но лично мне с головой хватает и Kirby Splines. Заслуженное 2-е место присуждается Dialog System, которую вы можете подключить как к 2D, так и 3D игре, независимо от ее жанра. Более
того, на нем самом можно сделать полноценную визуальную новеллу, и, пожалуй, это самый удобный редактор диалогов, который я видел на Unity. Возможности ассетов впечатляют. Интеграция кат-сцены, расширенная работа с камерой при диалогах, в которых вы можете удобно подключить аудиофайлы, заскриптованные команды и анимации. Есть даже встроенная система создания целых цепочек квестов и сохранения игры. А еще все это легко интегрируется с липсинком. Так что, если хотите добавить диалога в свою игру, это самое лучшее решение. Топ-1. Несомненно, занимает ассет для визуального программирования, и не бомбите мне. Никто и не заставляет делать на нем игру полностью. Достаточно использовать его для быстрого прототипа геймплея, и в этом ему нет равных. Hearthstone, Inside, Hollow Knight, First 3, Observation, Dreamfall Chapters. Сколько еще громких проектов должно появиться, чтобы до некоторых дошло, что визуальный код это чертовски удобно, и если использовать его по назначению, то будут сплошные плюсы. Ассет одинаково хорошо подойдет как для 2D, так и для 3D игр. Само собой, ограничений на жанр тоже никаких нет. Это самый универсальный и самый полезный ассет в моей коллекции. Единственным достойным конкурентом плеймейкера может стать Bolt, но не скоро. Болт по-своему хороший, и на нем вполне можно запилить полноценную игрульку, но он далеко не так же универсален, как Playmaker. А Playmaker, в свою очередь, уже совместим с десятками крутых и полезных ассетов, и его легко подружить со многими ассетами самостоятельно. Создать на нем прототип игры, задать поведение искусственному интеллекту или сделать на нем полноценный проект. Все это возможно, и десятки тысяч покупателей этого ассета, а также смелые проекты, тому доказательство. Фух, кажется, это все на сегодня. Ссылки на все эти ассеты вы можете найти в описании под видео. А если оно наберет 1000 лайков, то я сделаю новую подборку крутецких ассетов конкретно для 2D игр. И если хотите, на этот раз бесплатных. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Ставьте лайк, подписывайтесь и до новых видео. Пока!